сделал выбор, получил браслет. Спасибо, что проголосовали. Спасибо вам. Красочный аксессуар как знак того, что я проголосовал. Но кроме эстетики, он сегодня открывает путь сразу к нескольким бонусам. Первый – покупки по скидкам. Молоко у нас стоит 25 рублей. От такого заманчивого предложения мало кто отказывается. Прилавки на избирательных участках сегодня только успевали пополняться. Но дешевле получается где-то процентов на 30%. Чем в магазине. Ну, даже вот если в частности взять яйца, огурцы, ну, то есть овощи. Второй путь – это в прямом смысле слова бесплатный путь. Сегодня очень много народу с браслетами. За проезд почти никто не платит, все ездят бесплатно. Такой нерыбный день сегодня у кондукторов, зато настроение у пассажиров на высоте. Хочется, особенно нам, пенсионерам, чтобы каждый день было так. Мы сегодня с подругой проголосовали и по бесплатному проезду поехали в центр гулять. Как вам такая возможность? Очень нравится, очень люблю. Третья дорожка – путь культурному просветлению. Мы знали, что можно сходить на выборы, проголосовать, получить браслет, проехать бесплатно на автобусе, посетить музей. И не упустили эту возможность. Лариса Подорожная в музее естественной истории Татарстана с подругами. Рядом с ними гуляют молодые пары и семьи с детьми. Вот 50% народу у нас приходили сегодня по этим браслетикам. Четвертый, самый приятный путь. Он ведет к звездам. Я встретил тебя, субханаллах, увидел тебя. На разогреве Элвина Грея сегодня Элвин Грей, только в исполнении Арины Тимофеевой. На концерте по браслетам с друзьями. Послушать звезд российской и татарской эстрады на Казань-арену сегодня пришли, кажется, все поколения. Встали с утра, проголосовали, да, получили браслет. Дочку просила того, чтобы мы пришли сюда на концерт. Мы проголосовали! Салават Мухаммадуллин, Даниил Филатов, ТНВ, Казань.